Товарищи, в Москве в обычной квартире произошло знаменательное событие. Опыт номер 96. Замена фотонного преобразователя. Ученый-любитель Матвей Петровский совершил первый в мире скачок во времени. Какой сейчас год? Сегодня 12 мая 2020 года. Ты чего с нашей квартиры сделал? В своей квартире он создал портал в будущее. Транзитная зона между настоящим и будущим. Уже скоро нас ждет встреча с потомками. Дед, куда ты вылез? Вынужден был выйти в ваше время. Новые горизонты открывают умы нашей страны. Спасибо вам, Матвей Петровский. Передавайте привет 2020 году. Я даже социальные сети освоил.